Хиемалора – род организмов идиокардской биоты, предположительно родственных современным актиниям. Имела тело в виде мешка диаметром до 3 см со слабыми радиальными линиями, первоначально интерпретированными как щупальца. Однако обнаруженные в дальнейшем листообразные органы, прикрепленные к телу, привели к предположению, что тело в действительности является органом прикрепления более крупного организма. Это предположение противоречило первоначальной классификации хиемалоры как медузоподобного кишечно-полосного и заставило нескольких исследователей отнести хиемалору к андрофорам. Однако исследования показали, что у цикломедуз, найденных в тех же отложениях, что и хиемалора, щупальца не сохраняются. Следовательно, нечто, принятое у хиемалоры за щупальца, в действительности таковыми не являются. Хиемалора найдена во многих отложениях на различных континентах. Род первоначально был назван Пинегия Федонкиным в 1982 году, но 2 года спустя был переименован, поскольку обнаружено, что это имя уже присвоено роду пермских насекомых.